выехали? Откуда? Как вы смогли выехать? Украинская армия. Почему? А украинская армия не помогала вам? Вы рады, что вы выехали? Конечно, спасибо вам. 26 числа, не в подвале сидим. 26 числа. А сейчас еще, я не знаю. А вот это что? А? В подвале сидело 300 человек. Это в одном только доме. Почему вы раньше не выехали? Оно никто не выпускало. Не давали коридор. Украина не выпускала из города полностью. Все заблокированы мы. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будут предоставлены коридоры в Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Постоянно